Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Сегодня тема нашего видео – кролики. Я вам сегодня покажу своих чудесных кролей и расскажу о наших крольчиках. Ну а сначала мы должны посмотреть гнездо у Белки. Это той крольчихи, которая месяц назад отказалась кормить своих детей. Я их выкармливала. И у нас осталось только одно чудо, которое почему-то не растет. И мы сейчас посмотрим ее гнездо, потому что ее крольчатам 10 дней. Пойдемте. Достала я у Белки детишек. И вот хочу вам их показать. Так, сейчас мы их сюда поперекладываем. Один. Два. Я думаю, вам видно. Три. Четыре беленьких. Ой. Слушайте, вот этот самый маленький какой был. Помните такой доходной? Разница у него была большая. Да, тоже большая. Вон, видите, какая разница? Но он жив, здоров. Так, или там еще есть? Нет, вот он маленький, вот он совсем малепусенький. Слушайте, они в 10 дней открыли глаза? А, нет, только открывают. Да молодцы какие. Что это вы как рано открываете глаза? Так, вот беленьких раз, два, три сидят. Черненьких раз, два, три. Это 6. И тут 3 есть. Раз, два. И вот 3. Все 9 штук. И нормальные они у нее. Нормальный весом. Вот только один очень маленький, но и то хорошенький. Беленький этот. Да, маленький. Ну ничего же. Ничего. Вот он самый даль лезет. Ничего, крольчонок. Все, все они хорошенькие. Укрываем и убираем, то сильный ветер. Даже стойку качает. А вы что тут сидите? Идите туда. Все, все здорово. 15 дней их взвесим, чтобы посмотреть разницу 15-дневных, как мы с вами начали. Когда их 2, когда их 7 и когда их 9. Хочу вам сегодня показать героя дня. Это наш Лёва. У него была случка с Белкой, и он умничка. 2 раза сделал нашу Белку. Да, мой хороший? А то прям совсем отказывался. А то скорострел, скорострел. Ну, пострелял немножко на стеночке. А теперь достойно выполняет свое дело. Да молодец, молодец, Лёва, умничка, мы ждем от тебя белых великанчиков. А то у нас в гнездах только одни детишки от Фландера. А это наш Федя, герой месяца, от которого целый месяц рожали наши белые великанши и еще продолжают рожать. Да, мой хороший? Ты герой месяца, и мы тебя поставим сегодня на главную страницу нашего видео. А сейчас мы с вами пойдем, и я вам покажу Фроську, нашу небелую великаншу. Я сегодня ночью сняла, как она строит гнездо. Вы представляете, не ела, не ела 4 дня. Я уж не знала, что делать. А эта голубушка вчера и принесла я ей опять сено есть. Она начала строить гнездо. Темно было, но я все равно для вас сняла. Сейчас покажу, как она строила. Третий раз тащу Фроське сена. А она все тягает, каждую палочку тягает к себе в маточник. Уже поздно, но я решила вам показать.
такую замечательную вещь. Вы переживали, не кушает, не кушает. Я уж думала, может, она в охоте. А она, посмотрите-ка, чем она занимается. Кадры плохо видно, потому что ночь. Ну вот она, милашка, тягает сено, строит себе гнездышко. Да моя хорошая. Ну все, я пошла, а то еще не будет показывать, где у нее гнездо. Так что тут все хорошо. Главное, чтобы хорошо родила. А сейчас иду проверять, как у нее дела. И посмотрю, кушает она или нет. Наша Фроська. Вот это я сено ей положила с утра. Ой, ну в кормушках, конечно, чуть-чуть съела. Ну, чуть-чуть хоть съела. Сейчас посмотрю, как ты там гнездо строишь. Срок родов у нее как бы через месяц. Это 12-е. Но в феврале 29 дней, то есть плюс 2. Срок 14-го. Сегодня у нас еще не срок. Будем ждать мы ее. Давайте по-быстренькому навестим вот этих крольчат. Это у нас Бонькины крольчата. Им на днях будет месяц. И обязательно я их взвешу. Мы с вами посмотрим, сколько же они у нее весят в месяц. Их у нас тут 9 штук. Я вам коротенький обзорчик сегодня делаю. Потому что тороплюсь ехать за бройлерным яйцом. А это у нас с вами Файка. У нее была последняя попытка, последнее предупреждение. Она у нас 22 числа все-таки дала Федору. Перестань грызть тряпочку. Потому что мы ее хотели пустить в расход. Куда же нам ее? Ну, раз всех девчонок пробежали, то как не заглянуть к Альке? Наша Алька, ой, как у нее висит кожа от ее кормлений. Ну, а у нее срок 15-го. Плюс 2 дня, будем ждать 17-го. Смотрите, как она рычит. Рычит, рычит. Чего ты там так смотришь? Гнездо что строишь? Сейчас посмотрю на твое гнездо. Ну-ка. Что, мои хорошие, собираешься рожать? Мы были бы очень рады. У тебя очень красивые крольчата. Мы тебя не будем отвлекать. Посмотрели твое место для гнезда. Ну, кажется, собираешься рожать. Вот наша Анастасия напряглась. Не будем больше ее беспокоить. Все, что я хотела вам сегодня показать, я уже показала. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Подписывайтесь. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. И дизлайки, если вам оно не понравилось. Всего вам доброго. Пока-пока.